Юго-запад – самый густонаселенный район Ставрополя. Большая часть горожан живет именно здесь, и краевая столица продолжает активно застраивать эти территории. Коммунальные системы со временем перестанут справляться с нагрузкой, поэтому здесь построили новый канализационный коллектор. Существующий коллектор исчерпал свою пропускную способность. Было принято решение построить новый коллектор, который разгрузит существующий и также обеспечит подключение к канализационным сетям новых объектов, которые будут строиться в юго-западном районе. Это социальные объекты, малоэтажные и многоэтажное жилищное строительство. Протяженность нового коллектора почти 8 километров. В эксплуатацию уже ввели насосную станцию, которая будет транспортировать стоки на очистные сооружения. Общая протяженность нового коллектора составляет почти 8 километров, который включает в себя строительство вот этой канализационной насосной станции, которая будет транспортировать стоки на очистные сооружения. Современная станция и коллектор помогут городу разгрузить коммуникационные сети и подготовить инфраструктуру к дальнейшему расширению. Анна Куликова, Вячеслав Юшкевич, АТВ «Ставрополь».